Итак, набрался я силушки богатырской. Уже не буду говорить, во сколько я проснулся. О, грибобас идет. Грибобас, потом зайдешь, покажешься зрителям. А, хорошо. Грибобас занимается дровами. Вот. Я встал. Ну вот я когда в первый раз вставал утром, печку затопил. И потом вот после отдыха еще затопил печку. Сейчас она топится. Поставил маленький котелочек, чтобы чай скипятить. Надо сейчас уже будет этого снега добавлять, потому что там снег тает, и это прорубь попозже буду делать. В общем, получается так. Грибобас занимается дровами. Я занимаюсь печкой, готовкой пищи, ну и съемкой. Еще прорубь тоже я сам сделаю. Еще, грибобас, ты кору собираешь, да? Дрова рублю. Да, сейчас я буду делать плов. Так. Так. Ты хочешь отдохнуть, да? Да, не могу отдохнуть. Ну, вон, присаживайся туда тогда. Куда? Вот сюда, потому что хорошо. Я сейчас зрителям буду показывать. Ага. Ну, плов вот эту я это хочу в конце, не знаю, кинуть, что ли. Там стол только аккуратно, чтобы камера не упала. Хорошо, понял. Буду аккуратненько. Обычно я плов делаю без томатной пасты, но вот сегодня решил томатной пасты добавить. Он будет, по идее, такого красного цвета. И, может быть, даже вкуснее будет. Приправ я для плова не брал, я брал адыгейскую соль. Вот, вот эту полутушку буду использовать. Вот это масло. Кажись, я накололся-то с пловом. Я вроде бы рис забыл. Вот это капец. Вот это елки-палки. Слышь, грибобас? Да? Я что-то сейчас подумал, я по ходу дела рис забыл. Рис забыл, да? Угу. Опа. Морковку все взял, а вот рис не знаю. Там этот вот, опа, там макароны, да? Чуть, неужели я по ходу дела рис-то забыл? Тогда плов у нас не получится. Да, это плохо уже. Это плохо. Там, подожди, там вот в белое вот это висит пакет. Ага. Посмотри, там может быть гречка есть, придется с гречкой делать. Ну, сейчас посмотрю, подожди. Вот такой белый пакет, фонарик есть у тебя? Ага, есть, сейчас. Угу. Так. Вот. Взял вот эту сковородку, сейчас покажу, из дома. Вот в этой сковороде делать. Да, ее надо будет ополоснуть. Так, морковь, лук. Ну, придется тогда из этого. Так, сначала курицу разделаю. Тут мы салат ели. Сюда буду складывать. Придется с гречкой. Как так получилось, что вот собирался. Кстати, вот ножик, он это, углеродка. Ну, видите, это моровский. Это такой, наверное, самый такой простой нож. Сейчас посмотрю, тут есть. Карбон стел. Я не знаю, что за моделька, но вот я его наточил. Вот действительно, углеродка, это такой агрессивный рез, чувствуется по нему. Вот эту не буду я. Это выкину в ведро. Что, не будет гречка? Ну давай сюда я посмотрю. Ты из белого пакета все достал? Да, 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 да. Да. Что-то она что-то с дверью делает, а то он открывается. Ага, открывается почему-то. Открывается. О, рис есть вроде бы. Рис есть, да? Да. Вот отлично, Джон. Я посмотрю. Так, чтобы не задеть стол. Да. Так. Тут аккуратно тоже. Ага, хорошо. Так.
Угу. Ну пока расскажи, что ты. А, это сахар. Это такой, знаешь, ну как тебе сказать. Сахар, да? Его надо в воде растворять и перекипятить, потому что он. Понятно. Староват, так сказать. Это мука. А что-то крупы нету, странно. Вроде бы. Крупы нету. Там макароны. Там только макароны, где маленькие такие. Как там, и все. Давай макароны, что теперь делать? Макароны, да? Ну. Сейчас дам макароны, подожди, сейчас. Вот так вот, с пловом облом получился. Так, бывает же такое, а? Так, опа, держи. Вот таких макарон придется бросить. Там знаешь, что надо в этот, в котелок снега добавить? Вроде, да? Не-не, там вот котелок, который в этом. Ага. На плитке. Ага, ну, понял. На печке. Понял. Слушай, как сюда принести снег и котелок нести? Да в это, в кружке берешь просто, туда кидаешь снег. А где сама кружка, давай. Кружка, да. Давай. Сейчас сделаю, Джон, подожди. Так. Как так я рис забыл вообще? Блин, так плова хотелось. Мне тоже плова хотелось. И это из кружки туда, в котелок. Я знаю, знаю. Так. Погоди, сейчас я. Перчатки. Так я помню, вроде гречка у нас тут оставалась. Это новушку еще брошку или что? Ну, чтоб полная вода была. Ага. Так. Сейчас пойду шапку одену, подожди. Там плохо видеть. А что ты там вот этот в лесу ходил, там это дрова собирал? Что там что-нибудь, может, видел зверей каких-нибудь? Нет, только ворона летала. Ворона, да? И все. Следы, может, какие-то видал? Следов много было всяких. А что за следы-то? А я не знаю, я в них не понимаю. Ну, ты что, не разбираешься, следы куропатки там? Не-не-не, не знаю я. Так, и посмотрим, возьми брать котелок. Ну, чтоб полное. Ну, вот смотри, чтоб от верха вот столько было. Ага, понял, сейчас. Угу. Ух ты. Так, это надо будет сполоснуть. Ну вот, разделка курицы. Значит, только ворон увидел, да? Ну. Опа. Сколько ты примерно этих чурочек заготовил? Ты этот березу и это елку, да? Березу и елку, да. Я потом еще зрителям покажу. Ага. В принципе, вот те дрова вот почти. Вот когда я закладку делал, вот сейчас последнюю. Ага. А, тут это крыло, можно его так разрезать. Там в этом снегу сполосни так мясо, этот кусочек. Так, давай. Ага, сейчас. Ну, я сейчас так же буду, как на плов. По тому же принципу, как я делаю плов. Так, я сейчас почищу эту морковку. Все, лук это почищу. И потом помою в снегу. Лук почищу.
добавляется масло, вот и чтобы вот, вот эту сковородку сделать плова. Ну вот масло, вот это все можно вылить, в принципе. Там вообще добавляют, если большой казан, то стакан масла. Ну вот тут вот столько я вылью, может чуть-чуть не долью. Посмотрю там на глаз, короче. Потом я беру, смотрите, вот уже когда будет чищенная морковка, чищенный лук, масло наливаю, сковородка это, ну, нагревается. Сразу режу в этот, ну вот пока сковородка с маслом нагревается, режу этот морковь. Что там? Дай-ка ложка, она там, когда палочка плавает в этом. Вроде чистая, ага. Ага. Спасибо. Режу морковь, она пока обжаривается, режу лук туда. Обжариваю лук с морковкой. Обжаривается, обжаривается. Ну это можно прям вот кинули морковь. Вот нарезали морковь, кинули. Нарезали лук, кинули. Нарезали, ну мясо уже готово. У меня нарезанное уже, кинули. Обжаривайте там минут 15 там. Вот так вот. Потом уже промытый рис. Если пропаренный, там его ну один раз можно промыть. Если не пропаренный рис, то так. Промыли его. Расчет такой. Вот, допустим, берете граненый стакан. Граненый, вот на такую сковородку примерно. Ну, не примерно, вот. Два граненых стакана риса и, ну, промытого. И три граненых стакана воды. То есть, на стакан риса надо воды добавлять 1,5 стакана. И когда уже, ну вот где-то вот до сюда воды получается, ну не когда уже вода вот до сюда, с рисом все это, с мясом, закрывайте сковородку, но если на плитке, то на медленный огонь 40 минут. На печке я не знаю, как получится на этом, на, как его, да, на печке. И через 40 минут, только главное крышку не открывать, чтобы пар этот не выходил. Сверху крышки накрыть, это там вот полотенце вот так вот примерно положить. Ну, что-нибудь такую тряпочку. Только чтобы она не свисала со сковородки, потому что если у кого газовая плита, то эта тряпка просто загорится и вы пожар устроите. Ну вот, за этим следите, не забывайте, чтобы если сюда тряпку что-то ложите на крышку, чтобы у вас ничего не загорелось. Ну, я сейчас пока это чищу морковку, пока отключусь. Тут, в принципе, пока ничего интересного. Или, может, сейчас грибобас что-нибудь будешь, историю какую-нибудь рассказывать, не? Да, что там, много воды? Ну, что у меня вот такое осталось мне. Еще кружки две. Ладно, пока отключаюсь. Ага. Так, сейчас посмотрим, что у нас чайник тут. Почистил, а вот водичкой залил, помыл морковку, лук. Так, чего у нас тут дальше-то? Сейчас пока чайничек сюда поставлю. Пока чистил. Грибобаса попросил насчет проруби, и он его, ее главное буквально минут за 5 сделал, эту прорубь. Пила тупая, Эдик. А ты что, уже затупилась что ли? Плохо перед. Сейчас пила хорошо, сейчас уже плохо. А будем этот, как его, бензопилу обкатывать? Ага. Бак обкатаем, а потом можно попробовать так потихоньку попилить. Можно попробовать, да. Так что смотри, не пили лучше. Ты и так устал уже. Да нет, я пока попилю, пока ничего. А-а-а. Вот. Ты что, прорубь там буквально минут за 5, да, сделал? Да, быстро. А лед тонкий, рубится да, легко. А лед такой тонкий оказался. Ага. Я ему сказал так, немножко начни, остальное я сам доделаю. Сейчас вам покажу эту прорубь. Вот тропа.
Ой. Так. Вон, смотрите, вот это черный ручей. Здесь, в принципе, этот и хариус может быть. Опа! А, ножик. Покажу вам избушечку. Решил, короче, остаться еще на ночевку, а утром пойти. Ну, как светать начнет, может, часов в 6 пойдем, может быть. Или, ну, чтобы светло было, чтобы поснимать лес. А то опять стемнело, ничего вам толком, природу никакую не поснимали. Вот видите, тепло от избушки идет. И... тает тут все. Сосульки. Так что береги, грибовоз, силы, лучше не перетруждайся. Хорошо, понял. Все. Мы бензопилу еще будем обкатывать. Сейчас чай, это там вода закипела, сейчас чай заварю. Давай. Угу. Все, я пока позвоню плетяки, пусть пока сохнут. Так. Ну-ка, дай-ка я пройду. Давай, давай, проходи. Давай. Ой, блин. Так. Ага. Иди, проходи. Ну, давай. Ага. Угу. Вот, отличненько. Ух ты, горяченькая. Ух ты. Так, пойдем, наверное, щечки. Мясо, как отдушка. А, эту коробку-то можно зажечь. Ага. Заполните чайник на 2/3 его объема водой 95 градусов. Закройте крышкой и укройте чайник. Настаивайте в течение 50 минут. Затем долейте чайник до полного объема. Угу. А ты как еще? Даже как добавить чай еще есть. О, вот так вот. Ага. Должен быть крепко получиться. Понятно, спасибо большое. Хотя можно вот сюда положить опять. Угу. Ну. Потому что, может быть, еще будем снимать дома дегустацию, да? Да. Угу. Ну, как положено там. Понятно. Чайная ложка там на 200 грамм. Угу. Ой. Понятно. Вот тут крышечка, смотри, как закрывается. Ух ты! Придумал же. Ага. Красивенько. Так. Это падала вроде кружка-то, не? Нормально, чистая. Не чистенько. А чайные ложки что-то не вижу я где. Моя вот, а твоя не знаю. А моя что-то не вижу я. Моя что? Здесь, а. Она упала, что ли? Ну, посмотри. И посмотрим на пол, может и упала на самом деле. На полу тут. Ох ты, пробка упала. А, ножку. Вот ложка. Где? Ну давай я схожу и помою.
Опа! На! Ага, спасибо. Пожалуйста, Джон. Так, это я убираю тогда на улицу это. А что такое-то? Вот сахар. А, понятно. Мука. Так, не сало пока порежешь, не сам сало порежешь. Да порежу я, сейчас, подожди. Ой, ну давай, настал больше, Джон. Так, заливай чай или нет? Жалко, что я рис забыл. Чай заливай, чай нет? Не-не, я сейчас помешаю и потом закрою. Хорошо, ладно, давай. А посмотри время, засеки, чтобы 5 минут было. Хорошо, ладно. Ух ты, а, ты закрыл. Лук замороженный, что ли? Вот рис, грибобас, а ты говорил. Как ты так смотришь? Чего, рисом, да? Да. Ну, правда, мало риса, но... Фиг с ним. Маловато, конечно. Но плов, оказывается, у нас получится. Отлично, Джон, отлично. Вот видишь, какой ты, оказывается, обманщик. А, видишь, ну я-то... Хотел нас всех обмануть, всех зрителей. Обманщик ты, Саша. Тони Грибобас обманщик, оказывается. Столько риса хватит на плов-то, столько риса. Ну, риса, конечно, маловато, но зато плов будет. Понятно, вот понятно. Вот в чем дело. А так у нас не получится плов. Макароны можно как типа за место хлеба сварить. Можно. Просто отварить как-то. Можно. Опа. Так, будет 3 минуты, когда будет 3 минуты. Будет 5 минут. Время зачерки. Отличненько. Так, сол. Сол сил, да? Ну. Сол сил. Вот я пил, у меня еще остался, белый остался. Как это? Сама сгущенка осталась. А, сгущенка, да? Да, это нас упадет. Потянет. Да, потянет. Ты дров подкидываешь, да? Да. Давай. Дрова-то горят. Одну вилку подкидываешь, да? Да. Понял, молодец. Ну вот это вот, чтоб сейчас оно, пока чай пьем, оно разгорится, надеюсь. Понятно, понятно. И это, плов буду готовить. Давай. Хорошо, что рис еще там оказался. Понятно. Это уже отлично, Джон, отлично. Это уже вообще... Хорошо. Это хорошо, да. Ножом все кем-то следует, своим моим ножом? Да своим. Понял. А вот, Джон, а мне это что обозначает-то? У тебя был нож-то К-52. А что буква К обозначает? К-52. Какой еще К-52? А у меня нож, большой нож такой, был, черный. И нож такой был, там все было, такие, третий отверстие было такие. Вот К-52 ножик. Не помнишь? Ничего, не помню такой К-52. Ты, может, с каким-то другим ножом перепутал? Не, тебя помню. Мне вроде К-52 вроде бы. Не, что-то ты, мне кажется, значит, путаю. Что-то путаешь. Да, извиняй, Джон, извиняй, больше не буду. Опа, мусор. А, здесь чайкок. Чайпопстенький. Ой. Сейчас поедим, я полягу на отдохну немножко. Да, ложись. Что-то я уже подустал сильно, у меня руки устали. Серьезно говорю. Давай, ложись. Я пока плов там. Не, я пока поем, все попью чаю, а потом лягу. Ну, уже. Естественно, покушаю. Да. Там лук у нас как раз еще есть. Да, лук есть. Так, ну вот по 3 куска. Или дорезать весь уже. Дорезай весь. Так, ты подкинул дров, да? О, загорается. Отлично. Ой.
Ноги, Джон. Там этот лук достань, Саш. Лук давай. Давай, да, пожалуйста. И соль. Соль давай. Так. Соль давай, сейчас насыплю, сейчас подожди, ага. Сам. Вот это выкинь, да, вот эту. Да не трогай, сам я выкину все. Ладно, хорошо. Вот тебе сол. Сил сол. Сил сол сил. Гексавит. Название красивое. Сил сол сил, да? Сил сол сил. Красиво смотрится. Угу. Отлично, Джон. Так. Ой. А тебе хлеба. Ага, спасибо. А, я это вроде не сполоснул. Надо будет потом помыть. Хорошо. Ну все, да? 5 минут там прошло. Да, да, да. Так, давай, Джон, наливай. Ложка вон твоя. Ой. А, горяченькая. Сейчас вот сюда дыхать, знаешь, Джон. Аж хорошо так. Ты, наверное, не будешь споласкивать, там у тебя сгущенка. Не, да, да, наливай там так. А полный наливай, да? Да, 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 да. Угу. Вот, спасибо большое. Столько заварки много, посмотри. Все, все, убирай кушку, ага. Чтобы не мешалось. Опа. Угу. Все, пусть они завариваются. Угу. Молодец. Молодченко, да? Молодченко. Так это по-новому заговорил, Джон. Молодченко. Мы с тобой вчера это в записи не было. Помнишь, мы вчера как? А, ну. Как, ну-ка, скажи. Да я уже не помню-то. Тугодумченко. А, Тугодумченко. Тугодумченко. Отлично. Давай не будем Тугодумченко. Давай.